Догрул! Освободи Улу, или я заключу твою душу в бурдюк из свиной кожи это и забыла. Брошу в выгребную яму замка! Пустые угрозы! Пустые, как сердце Павла! Сегодня Догрул спит на старых костях грифонов, завтра пирует на свежих! Скоро ты узнаешь, каково это — пытаться наесться без головы! Вообще, может быть, надо было вернуться? Догрул, ты осквернил могилы моих предков. Клянусь Эльратом, я верну им былое величие. Нанять еще себе армию, потому что я знаю, что бой будет не такой легкий, как может показаться. Сейчас я перед этим сохранюсь. Попробуем так победить. Если что, я так хочу сохранку, вернемся тогда. Нет тут артефактов поблизости, которые нам облегчат жизнь. Я смотрю. Сюда нельзя идти? А, тут перегорожено, ну ладно. Стой! Стой! Ой, я почему это не сделал? Блин, забыла. Здесь еще стена будет, которую надо разрушать. В этом городе возведены укрепления, их нужно разрушать, прежде чем ваши войска смогут сразиться с защитниками. Важнейшую роль при осаде играют стрелковые отряды. Городские стены и башни можно разрушать как катапультами, так и отрядами существ. Открылись ворота, вышел сервер. Не надо было близко подходить, я совсем забыла. На арбалетчика будешь нападать? Сейчас он ко мне выйдет. Нет, этот не выйдет, выйдет только этот. Ну ладно. Yeah.
Ответный ход. Нет. Этим дальнобойным бьет. Почему у него два хода, блин? По 10 ходов. В любом случае. Уже все, никуда не уйдешь. А пробивает и стену вон где? Или разницы нет? По-моему, тут куда бьет катапульта, там и пробивается место, куда, через место, которое можно будет пройти. Стрельба насквозь, атакую с расстояния. Перские арбалетчики поражают несколько стоящих друг за другом отрядов. Интересно. А я думаю, через него пройдет. Нет. Так. Блин, против моих. Безупречное нападение. Да, этот жук уже сдохнет. Кальмар. Осьминог. Надо к этой, к суккубу идти.
Не-не-не, стой, блин. Не-не-не-не, так хотелось сделать, ну ладно. Да, по-моему, одни можно убить. Надо было не это использовать способность. Неправильно проиграла, ну ладно. Уже без толку. Опять запись отключилась, ёлки-палки. Использовала способность героя. Каждая способность арбалета. Блин, опять отключилась запись. Я просто фокусируюсь на игре и не смотрю постоянно туда. Дважды я щелкнула по мавзолею, чтобы открыть окно города. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы переключиться на перестройку города. Так, мы получили очки умений. Физической силы и очки опыта. Мы восстановили гробницу. Странно, но жрецы ничего не рассказывали о герцогах, похороненных здесь. Нехорошо. Грифоны должны приходить, чтить отцов грифонов. Хорошее место. Дух отца неба силен здесь. Крал, как там Ула? Сильный дух. Увидит еще многие лета. Но Ула не вернется домой. Слишком много орков умирают здесь. Ула провожает их, показывает дорогу к Матери-Земле. Почему бы вам всем не остаться? Эти земли суровы, но здесь много дичи. Регент Светлана будет недовольна. Герцог принял решение. Если вы принимаете предложение, даю вам слово. Хорошо. Орки останутся. Крал и Вячеслав охотятся вместе. Обещай, что вы не будете охотиться на грифонов. Медведи, волки, олени, что угодно. Крал обещает. Орки не будут охотиться на грифонов, особенно на двуногих. Светлана сейчас задаст тебе жару за твое решение. Вячеслав медленно ведет своего коня навстречу тетки и регента Светлана созерцают величественный вид герцога Грифона. Это то самое место, где когда-то произошла великая битва, унесшая жизнь ее брата Павла. С тех пор, как Вячеслав видел ее в последний раз, ее глаза стали темнее. Похожий на пса, поджавшего хвост, он застыл, опустив плечи, ожидая ее приговора. Ты предложил племени бродячих орков кусок наших наследственных земель? Твой отец кричит в гробу. Тетя, Крал не просто орк, он еще и друг. Это было правильное решение. Ты принял решение, последовал зову сердца, выбрал путь. Думаю, пора отдать тебе это. Меч моего отца. Не просто меч отца, Вячеслав. Это фамильный меч грифонов. В нем история каждого герцога грифонов, владевшего им. Ты острие меча, а наша династия его металл. Спасибо, тетушка Светлана. Тебе стоит поговорить с Кралом. У вас с ним много общего. Меч грифонов. Плюс 3 лидерства. Плюс 5 фортуна. А нет, плюс 3 лидерства.
Захвачено на карте 45%.